В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев проинспектировал состояние детской игровой площадки у дома номер 9 в деревне Ликино. Ранее по поводу содержания объекта обращение направила местная жительница. Дело в том, что на площадке часто находятся бездомные собаки. Жительница попросила рассмотреть возможность установки калиток на ограждающий игровую территорию забор. Просьбу об установке ограждения единороссы передали в Теруправление «Жаворонковское».